Дезинформация по поводу аэропорта Уральск делается для исключения конкурентов. Такое мнение прозвучало на брифинге в Астане. В профильном ведомстве считают, что это делается в угоду компании, аффилированной самим аэропортом, и по причине нежелания допускать к полетам другие компании. Ранее была информация, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Уральска непригодна для эксплуатации в зимнее время. Акимат Западно-Казахстанской области и аэропорт еще в марте 2014 года предупреждали о нецелесообразности цементобетонного покрытия. Предлагали провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы методом асфальтобетонного покрытия, которое более устойчиво к химическим воздействиям. Но у аэропорта и авиакомпании-монополиста, которая выполняла рейсы из Уральска до ремонта, один собственник. Председатель наблюдательного совета аэропорта Уральска Нурлан Жумасултанов на прямой вопрос, не хотите ли вы выпускать конкурентов, ответил следующее. Аэропорт зарабатывает на обслуживании всех коммерческих рейсов. Самолеты «Фоккер-100» лучше защищены от попадания камней, потому что их двигатели находятся высоко, а не низко на крыльях, как двигатели самолетов компании «Air Astana». Однако в профильном ведомстве полагают, что глава аэропорта лукавит. У нас мнение такое, что это делается для того, чтобы работала одна компания только в этом аэропорту, которая аффилирована с самим аэропортом. При этом есть желание этой компании не допускать к полетам в Уральск другие авиакомпании, в частности Air Astana, там SCAT, любые другие авиакомпании. Естественно, мы как государственный орган не можем этого допустить. Ради интересов конкретной какой-то компании мы не можем поступиться с интересами граждан, которые живут в Уральске, поэтому мы не дадим возможности летать только одной компании в этот аэропорт.